Вы знаете, кто такой Алексей Навальный? Да. А как вы относитесь к событиям, которые с ним происходят в последнее время? Я не слежу за такими событиями. Про него столько говорят, что кто только его не знает. А скажите, как вы относитесь к событиям, которые в последнее время с ним происходят? Ну, я, девочки, не разбираюсь в политике. Мне, конечно, это все не нравится. Вы знаете, кто такой Алексей Навальный? Ой, что-то не могу вспомнить. Человек, который рассказывает всю правду, и как бы, ну, не знаю, я всему верю. И как бы, ну, это очевидно. Он говорит правду, там, на него клеветают, там, то, что он там какой-то плохой человек. Не знаю, мне кажется, он как Ленин. Навальный? Да. Нет, к сожалению, не знаю. Ну, я не скажу, что я очень прям уж так в политике разбираюсь, но я его, наверное, воспринимаю как, наверное, противоположную сторону от Путина, наверное, так я бы сказала. Я против того, что делает наше государство, и не сказал бы, что я за то, что делает сам Навальный. То есть, типа, из двух альтернатив, которые есть между Навальным и государством, я бы выбрал все равно государство. Учитывая то, что он не такой надежный, как правитель. Ну, я не знаю, вы скорее спрашиваете про вообще незаконное вообще действие, которое происходит с ним. Ну да, буквально вот недавние события, вчерашние. Вчерашние события? Ну, я думаю, что это бардак. Я думаю, что такого нельзя позволять делать. Так, образно. А вы знаете, какие события с ним происходят в последнее время? Мне неинтересно. А что вы последнее о нем слышали? Я просто знаю, что он существует. Ну, слышали про него, да. А что вы слышали? То, что его в Томске отравили.